перед просмотром. А теперь начинаем просмотр. Да. «Бомбей слезам не верит». Поезд «Мадрас Бомбей» отправляется. Просьба всем провожающим людям, змеям, слонам и тиграм покинуть вагоны. Что, опять не поступило? 2 балла не добрала. Сколько надо было, дочка? 2 балла. Отправляемся! Отправляемся! В этой песне Катеришна поет о нелегкой доле бедной дочери Раджи, которая без единой рупии в кармане, а только с 14 слонами, груженными серебром, прибыла в Бомбей. И как тяжело пробить себе дорогу шелками и алмазами, когда не умеешь самостоятельно ни одеться, ни поспать. Другие дочери Раджи пошли на заводы и стройки, но она не ищет легких путей, она ищет любви. И пусть пока я не встретила такой любви, но надежда не умирает, ведь в 40 лет жизнь только начинается. Я Гагиндра. Я же город Рахма. Я же Жора Драхма. У меня 100 имен и все из-за родимого пятна в моем паспорте. Я голыми руками убил 10 тигров, а голыми ногами 20 тигров. А всего я убил 100 тигров. И я настолько уважаемый человек, что даже возглавляю Greenpeace Индии. Как полноводный Ганг несет свои воды, так и я несу радость людям. Слоны научили меня этому танцу, а священная корова даровала мне этот чудный голос. Я друг зверей. Прости, женщина, я и сам не переношу грязных ног. Давай поедем ко мне, завернем их вместе с твоими в просто неудовольствие. Нет, я не могу. Я воспитана по очень строгим правилам, поэтому... Поехали ко мне. Только я живу далеко. У меня есть... Последние 5 рупий. Неужели я не могу отвезти домой понравившуюся мне женщину? Стоп! Вот мой дом. Это твой дом? Такой дом может позволить себе только дочь Раджи. И стены. Ты что, богатая? У меня с богатыми разговор короткий. Бац! И на колени. Нет, нет, я бедная. Просто я снимаю дворец. Законы и комплексы моей страны гласят, что жена должна быть беднее мужа. Однажды я уже женился на богатой и обжегся. Она предала меня и разорилась.
Гога, я люблю тебя и хочу прожить с тобой как минимум всю жизнь. А если после смерти твоя душа воплотится в дерево, я стану дятлом. Будешь поваром, я устроюсь работать в СЭС, и мы всегда будем вместе. Не кричи, женщина! Мы же еще не замужем! Помогите! Помогите! Меня хотят убить! Прости. Кто смеет обижать бедное дитя? Гагиндра, дерись, если ты мужчина. Спасибо, женщина. Но в моей стране сражаются не этим. Человек, что зверски растерзал этих злых людей. Подумаешь, украла юбку и бусики. Как тебя зовут? Александра. Как Индиру Ганди, только Александра. Катеришна, взгляни. У нее такое же родимое пятно, как у тебя. Вот вечно так. Не успеешь выйти на улицу, как на следующий день все с таким же пятном. Или, подожди, ты моя дочь? Значит, ты моя мать? А твоя дочь не так глупа, как кажется. Если я твоя дочь, значит, я внучка Раджи? Я тебе все объясню. Хорошо, хорошо, я все понимаю. Он больше не придет. Никогда. Александра поет, как она счастлива, что обрела мать. Пятую за месяц. Я так рада нашей встрече, что пока не готова убить себя за то, что ушел Гога. Из моего правого глаза льются слезы радости, а из левого – слезы горя, образуя под носом болотце гармонии. Кто, кроме меня, смеет унижать и обижать мою дочь? Отец, Гога ушел. Давай реви, не позорь мать, это индийское кино. Я найду и убью его. Отец, умоляю, что-нибудь одно. Гоша. Раджа. Николай. Как дела в Индии? Стабильности нет. Террористы захватили самолет. На Гоа хорошо. Много наших. А вообще как дела?
Катеришна считает свой социальный статус выше моего. Она считает, что ножны важнее меча. Шапка важнее головы, колодец важнее ведра. Ведро важнее воды, а важнее воды нет ничего. Вода – это жизнь, берегите воду. Переведи. Я не могу жениться на твоей дочери. Жена не может быть богаче мужа, будь он хоть мэр, хоть певец. Я открою тебе страшную тайну. Она не моя дочь. Что? У нее нет вот такого родимого пятна. Трезубец, шивы мне в чакру. Постой, у меня же есть точно такое же родимое пятно в паспорте, вот. Нет! Сын. Отец. Отец, прости меня, сын! Нет, отец, встань! Я насыплю тебе свежих углей.